Почти весь снег сошел. Настала пора наводить чистоту. За долгую зиму на улицах, во дворах, в парках и скверах скопился мусор, из-за чего пространство имеет совсем неприглядный вид. Поэтому ульяновцы взялись за грабли и лопаты. В областном центре начались массовые уборки. Да, сегодня мы проводим первую, значит, санитарную пятницу. Задача стоит максимально вывести людей, чтобы навести порядок на прилегающих территориях и на своих территориях. Мы рассчитываем, что все торговые центры, все промышленные предприятия сегодня выведут людей для того, чтобы навести на своих территориях порядок. Для этого, для всего необходимого, мы обеспечим перчатками, мешками, граблями, если это необходимо, и обеспечим вывоз мусора. В сквере «Средний Венец» с утра десятки людей. Среди них работники органов исполнительной власти и просто неравнодушные граждане. Все вместе они убирают мусор и рыхлят снег, чтобы он быстрее таял. Позаботились и о птицах. Для них на деревьях установили скворечники. Проводятся такие работы, как подбор мусора, рыхление снега, вывоз мусора. Работы запланированы также на улицах Федерации, Радищева, Нариманова, Орлова. В дальнейшем планируется покраска бордюрного камня, скамеек и урн. Работы по благоустройству будут продолжаться вплоть до 2 июля. За это время будут организованы 6 областных санитарных пятниц. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.